Доброго времени суток. Сегодня хотел бы вас познакомить с необычной монетой. Называется «Земля». Я вам показывал монеты уже с кусочком янтаря, каменные монеты. Вот эта монета сделана полностью, практически полностью из стекла. Вот такая вот монетка «Земля». Вот этот ободок у нее из серебра. В центре, как видите, земля. Материал этой монеты — перлюкол. И он полностью прозрачный. Я не могу сфокусировать эту монету. Ну вот. Так, а вот. Земля 2016. Видите, ободок серебряный. Номинал монеты 5 евро. Изготовлен в Латвии. Девятьсот двадцать пятая проба у нее, этот ободок серебряный. 14 грамм серебра. Остальное все как бы общий вес 20 грамм. И диаметр 40 миллиметров. Чеканилась эта монетка на литовском монетном дворе. Вот такая вот прозрачная монетка «Земля». По задумке вот автора, тут есть буклетик. Дырочку можно вставить, будет вот красиво так смотреться. Вот так вот интереснее будет, наверное. Эта монета выпускалась как отдельно, так и вот в таком вот наборчике с монетой WC Standard. Эта монета посвящена латвийскому писателю-публицисту Готфриду Стендеру. Вот такая вот монетка. Тоже серебряная, но она почему-то не пользуется спросом, поэтому ее положили в такой набор с монетами, которые очень сильно пользовались спросом. Такой вот маркетинговый ход. Тираж тоже этой монетки 5 евро. Серебряная она вся. 925-я проба. Вес 22 грамма. И тираж у него 10 тысяч штук. Вот такая вот монетка. Тоже она выпускалась как отдельно. Повторюсь, что не пользовалась спросом. И вот начали выпускать вот в таком вот наборчике. Вместе с монетой. С монетой «Земля». Вот риский банк. Такой вот коробочки. И сверху еще надеть можно вот такую штучку. Вот такой вот набор. Всем спасибо за внимание. Лайки, дизлайки, вопросы, пожелания — все приветствуется. Спасибо всем. Надеюсь, я смог вас удивить прозрачной монетой. Спасибо всем.